Всем привет, меня зовут Дмитрий, и вы находитесь на канале Лунабайк. Сегодня у нас необычный день, у нас сегодня гонка золота Баграса. Вон у меня велосипед разобранный, сейчас вас соберу в 10 сборы, потом поедем к месту старта. Ну а дальше все увидите сами. Велосипед я собрал, тут уже ребята готовятся, даже телевидение есть российское. Пойдем узнаем насчет регистрации. Не отстает. А то. Тут уже записывался можно? Да. Компот? Чай? Как вас зовут? Вот чай? Так. За победу. А можно мне такую же анкетку? Волков. Волков есть? О, спасибо. Так, сразу все было готово. Да, можно я тут тоже вещусь? Время старта в 11:30. Номер. У меня сегодня будет испытание вот таких вот даже не распакованных бахил. Грип-граб, драйфуд. Вон, видите, даже не оторвал ценник. Не успел на них снять обзор. Но уже придется использовать. Потом расскажу, как вы использованы были. Такие с кевларовыми перемычками. Водонепроницаемые. Бахилы пока в велик уберем. 29-й номерок. Ладно, погнали. Здорово! Это всех собрать надо, так, и уже рассказать. Сейчас... Они будут два раза знать. Да? Ну ладно. Лидер, когда догоняет, мы этот круг доезжаем до конца. И к судье подходим, и какой-то это просто подарок. Он там уже отметку сделал. Ребята, а кто здесь? Можете подойти, фамилии по очереди за это подходить. Номер какой? 29-й. Записывай. А, сами записывай. Хорошо. 29-й. Да? Нет, это призы, ребята, их трогать нельзя. Черт, я уже победил, значит. 20... Башловка. Как? Башловка. Башловка. Да, да, да. Можно. Давайте я вас буду снимать, можно? Взаимно. Ну а что, нормально? Вот мой сайтик, там если что. Ну это просто группа ВКонтакте. Не, ну вдруг там вам ролики с Ютуба надо будет. Так, что вы откуда приехали? Ну, вообще... Поближе к камере. Я за город Томск выступаю. То есть я приехал, конечно, из Покачей, но там я только работаю в командировках. Вот когда попадаю на гонки, всегда стараюсь участвовать. Если, конечно, не Ханты-Мансийск. А вы как-то готовились? Честно говоря, не очень, потому что... Когда я нахожусь дома в Омске, я лежу на диване, ем пирожки. Там у меня нет велосипеда, у меня только здесь на работе. По 4 участника встаешь. Все готовы, ребят? Да. На старт! Thank you.
Потом. Порвалась? Беда прям. То есть мне уже все? Отлично, вообще удачно. Чуть-чуть не успел, еще бы на один круг мог уехать. Да? Вот деху прям. Я 3 круга сделал, мама. Так вот, у меня тоже 3 круга. И прям вот здесь, вот на финише догнали. Это гонка на выбывание. Я успел проехать 3 круга, и меня догнал лидер. Не самый последний, после меня еще человека 3, по-моему, или 4 сбился со счета. Ну, в общем, нормально. В прошлом году предпоследний был, в этом году совсем не предпоследний. В общем, есть результат. У одного из лидеров гонки или порвалась цепь, но вроде он нашел подменный велосипед, кто-то ему дал велик. Он продолжает участие. Да вот и победитель! Глянь, правильно? У меня вообще ничего не переключалось. У меня все прекрасно было, пока вот в лужу не влетел сразу тормоза. Все, цепь там. Переключ прям, знаешь, перед подъемом как дернет его. Твою мать! Что-то это... Ты упал прям? А? Упал? Ну, через руль чуть не упал. Получается, перед подъемом я так руками уперся, да затолкнулся как-то. Нормально, что? Закусила цепь, да? Да прям вообще, у меня же не думал, вырвет нафиг все. Все, идем на награждение. Участникам вручается Дмитрию Башловской, если правильно было. Правильно. Спасибо. Вручается Романов. Ближе к первому месту. Ко второму. Победа! Ну что, ребята, вот и закончилась гонка. Очень доволен как трассой, так и организацией. Было очень интересно. Трасса просто огонь. Кстати, благодаря трассе я смог нагнать нескольких участников, потому что ребята хорошо ехали по прямым участкам скоростным, а я нагонял всех по таким техничным участкам, потому что на фэтбайке просто не чувствуешь кочек и несешься вперед. Благодаря этому и пришел не последний. Ну, далеко, конечно, не первый, что там греха таить. Надо еще заниматься и заниматься, чтобы быть первым. Победители у нас мастера спорта, поэтому надо тренироваться, в общем. Настроение отличное. Кстати, гонка была посвящена 55-летию Славнефти. Подарили вот такую вот капельку нефти. Теперь у меня есть своя нефть. Ну и еще немножко ценных призов, но это уже не так важно. Самый главный трофей вот этот. Ну что, давайте прощаться. Я поеду в Покачи. Завтра работать, хоть и выходные. Всем удачи, не забываем ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока!